Махачкале прошел совместный рейд Дагэнерго и прокуратуры. В ходе проверки выявили незаконные подключения к электросети и частные строения вблизи трансформаторных подстанций. Как говорят специалисты, в городе десятки многоэтажных домов, построенных с нарушениями норм безопасности. К примеру, это дом на Энгельса 17. Подстанция находится в непосредственной близости от окон, что противоречит нормам СНИПа. Между объектами должно быть расстояние для того, чтобы спецтехника электрокомпании свободно могла проезжать в случае чрезвычайной ситуации. Еще одна подстанция по адресу Акушинского, 1. Частные строения находятся так близко, что в случае необходимости специалисты не смогут попасть к щиткам. Рядом с этой трансформаторной подстанцией построен жилой многоквартирный дом, ну, как мне кажется, еще не сданный в эксплуатацию. Вот, значит, расстояние от трансформаторной подстанции до этого жилого дома, ну, практически, наверное, метр или два, да, при техническом регламенте не менее 10 метров. Еще одна проблема – так называемые паутины. В городе сотню участков с незаконным подключением к электросети. Особенно это распространено в местах скопления торговых точек. С подобными правонарушениями будут разбираться представители прокуратуры. Имеются многочисленные факты самовольного подключения. Тысячи нарушений по городу, где прокладывают линии кабеля к опорам, столбам с грубейшими нарушениями технических регламентов. По результатам проверки будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования по устранению недопущенных нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законной ответственности.